Так, друзья, в Севастополе открыли памятник примирению. Официальная церемония запланирована на через час, а пока мы можем наблюдать уже открытый памятник и открытые фигуры. Давайте обойдем, сделаем минутное видео. За ветер извиняюсь. Официальная церемония будет через час. В ней примут участие министр культуры Владимир Мединский, Никита Михалков, губернатор, руководство флота Черноморского. Ну а пока первые кадры с открытия памятника. Так, еще немного кораблей в кадре. Вот такую инсталляцию для нас устроил Черноморский флот. Давайте на рейде по порядку. Херсонес, судно «Коммуна», «Сметливый» и «Пытливый», по-моему. Пока все. Еще один взгляд на памятник. Готовится церемония торжественного открытия. А мы смотрим первые кадры с открытия памятника примирению в городе Севастополе.